В Иваново должны приезжать и прилетать инвесторы, заявляет в РИО губернатора. Для этого необходимо наладить сообщение. Свой рейд по объектам транспортной инфраструктуры он начал с аэропорта. Первая мера – сделать рейсы в Санкт-Петербург ежедневными. Такими они и будут уже с 1 октября. 7 рейсов в неделю. Станислав Воскресенский не сомневается, желающие улететь, прилететь найдутся. Особенно я вас прошу, поработайте с компаниями, так называемыми лоукостеры. Я не буду конкретно называть, чтобы это не выглядело какой-то рекламой, но чтобы это доступно, самое главное, было. Потому что, кстати, когда мы Питер запустили, там сначала был какой-то сбой в цене на билеты, был дороговато. Да, но сейчас стоимость выровняла, да, то есть, и, соответственно, есть промо-билеты на каждом рейсе. Следующая задача – проработать вопрос ежедневных рейсов в столицу. Москва – крупный транспортный узел, и через него удобно летать в другие регионы. Благодаря этому в Иваново подтянутся жители городов, в которых аэропортов нет. Для них руководство воздушных ворот региона прорабатывает вопрос трансфера. Первый для владимирцев будет запущен в октябре. В перспективе – решение вопросов международного сообщения. Аэропорт формально носит статус международного. Полоса хорошая, она принимает почти все типы воздушных судов, ну, кроме совсем больших самолетов, но нам это и не нужно. Поэтому предпосылки для этого есть. Мы сейчас поработаем с руководством аэропорта. Думаю, что ситуацию чуть поправим. Осмотрел Станислав Воскресенский и ход работ на железнодорожном вокзале. Ремонт здесь в разгаре. Много руководства делает и для комфорта пассажиров. Мы с вами договаривались, что мы заменим все вагоны на поезде Кенишма-Москва, потому что они, конечно, были безобразны. Мы с вами выбрали эти вагоны. Расскажите нам, что сделали. Вчера первый поезд уже отправился с Кенишмы на Москву. Надо сказать, что вагоны совершенно другие, то есть они новее. Если был поезд, средний возраст вагона был 21 год, то сейчас 12,5 лет. Биотуалеты, прекрасное кондиционирование, розетки. В общем, уют и комфорт тоже создали. «Ласточка» – проект, который можно считать успешно реализованным. Спрос на нее огромный. За время работы перевезено 120 тысяч пассажиров из Москвы и 121 тысяча из Иваново. Теперь нужно наладить сообщение с Санкт-Петербургом. Новеллы будут касаться времени поезда в пути. Я должен доложить с декабря месяца. У нас получается следующий график движения нашего поезда. Прибывает в Санкт-Петербург не в 11:40, как сейчас, а в 8:53. А из Санкт-Петербурга тоже удобно для пассажира сделала. Если сейчас он отправляется в 17:43, то будет отправляться в 19:37. И насколько он быстрее будет? На 2 часа и туда, на 2 часа и обратно. Осмотрев транспортные объекты в столице региона, Станислав Воскресенский отправился в Шую, чтобы решить проблемы ЖД-сообщения там. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.